Вася, расскажи, что у тебя есть из имущества для того, чтобы зимовать. Зимовать в лесу, да. Так. У меня разница. Вот два свитера, вот эта куртка пеструшка, кордура, и снял вот эту меховую куртку. 54-55, наверное. Оба дня находятся на одном месте. Угу. А в конце карточку собирать не надо? Не надо забирать карточку. То есть они на Улёзеро все повезут? Да. Вот. Вот единственное, что в первый день вы просто заполняете карточку. Угу. То есть как бы... Слушай, а Вася-то встает на этот самый, на пост или нет? Да, вдвоем. Стой, подцепи там, пожалуйста. Да. Просто я соображаю по ходу дела, чтобы это как-то немножко фотогенично выглядело все хозяйство. Лёха, а когда мошка начинает еще? А, наверное, в августе начинает, даже в начале где-то. Брюки превращаются. Все. Этот у тебя в работе не участвует никак? Нет. А что он так стоит? Дырку надо чем-то заткнуть. Так как у тебя не получится, Нора. Это учитывая то, что он у меня без аккумулятора. Да. Аккумулятор на полностью выпускает систему. Давай.
ездить с льдины на льдину перебирать, чтобы не провалиться, потому что провалился, поплыл, это уже скучно стало. А вот ловить равновесие на качающихся льдинах, это было самое то. Пока что это моя самая интересная забава на этом вездеходе. Идея сделать вездеход на больших колесах, на камерах от трактора, не нова. Я просто воплотил ее, использовав самые большие колеса, которые посчитал разумными. Это камеры от трактора Т-150. На привычном для джипера языке это 54 дюйма. И между делом выяснилось, что нужно мне еще и доски пилить. Подумал, нужно где-то было силовой агрегат брать. И двигатель вроде бы подходил. Но снимать его, ставить постоянно было лениво, поэтому пришлось приспособить живой вездеход в качестве силовой установки. Так я и стал доски пилить вместе с этим вездеходом. В основе этих колес диски, сваренные из трубы, обручи сварил. Вот, и посадил на нее камеру от трактора Т-150. Но камеры эти очень боялись... солнечного излучения, ультрафиолета, в результате они трескались. Вездеход обязан быть полноприводным. В этом варианте у меня основной привод на передние колеса, а на задние колеса идет цепь. Ни одного дифференциала, ни одной муфты. Все, постоянный полный привод. Двигатель здесь стоит от мотоцикла Урал с электронной системой зажигания от Восхода. То есть здесь он работает без аккумулятора. Салон вездехода достаточно простой, еще решетчатый пол, на котором не задерживается грязь. Мягкое кресло диванного типа из доски. Колеса накачиваются обыкновенной лягушкой для резиновых лодок. Тормоза здесь очень простые, состоят из одной детали. Стальная колодка поджимается к стальному диску. Тормоз трансмиссионный, диск вращается в 30 раз быстрее колес. И поэтому останавливается достаточно легко. Тормозная педаль, сваренная из арматуры. Обнаружился пробел в моем образовании насчет терминов. Как правильно это? Секвентального типа. Сегвентальная? Секвентальная. Секвентальная, вот. Давай, рассказывай. Пока пленка есть. Да? У вездехода коробка секвентального типа, собственно, такая, как у всех мотоциклов. Первая передача включается вниз, остальные назад. Нейтраль между первой и второй передачей. Задний ход включается дополнительным рычагом. Вот так вот.